бисклет микрофолиус, варигатный, яркий, насыщенный, бело-зеленый оттенок. В летнее время, весеннее, он будет еще ярче за счет обновления всей листвы. То есть будет насыщенный, красивый цвет. При охлаждении, перепадах температуры проявляются такие ярко-красные окрас насыщенный. Морозостойкость данного растения составляет порядка 23 градусов мороза. То есть довольно-таки хорошее морозостойкое растение. Максимальная высота этого растения составляет 1 метр. В принципе, он легко поддается стрижке и формировке. Скорость роста невысокая, к сожалению. А так это довольно-таки интересное, красивое растение. Место посадки этого растения используем непосредственно солнце, либо полутеневую зону. В темной месте он, к сожалению, будет расти очень плохо и губительно. А обязательно не любит переувлажнение, поэтому дренаж по посадке. Дренаж сантиметров 20, потом вы используете перегной, либо гумус на дно ямы, перепревшие. И добавляете чуть хорошей земли. На дно ямки еще можно добавить амафос или азофос. Содержанием фосфорных и азотных удобрений. Весной обязательно вносим удобрения основе азота для набора зеленой массы и чтобы яркий цвет был. В зимнее время веточки очень слабенькие, поэтому обязательно в зимнее время немножко можно его будет связывать как основу, чтобы снег не разламывал вам саму конструкцию этого растения. Максимальная ширина до 60 сантиметров. И это растение будет вас радовать вполне достаточно хорошо. Они сам сорт довольно-таки неприхотливый и не требует дополнительных вложений. Поэтому рассматриваем этот сорт как и для изгороди, как и отдельно стоящей композиции. В июне у него появляется цветение. Небольшие желтые цветочки. Поэтому это растение может удивлять на протяжении всего года, как своим ярким сочным окрасом, так своим цветением, так и переходом в зимнее время вот с таким красным алым отливом. Поэтому не проходите мимо этого растения. Надеюсь, было все интересно. Хорошего вам всем дня. Не забывайте подписываться и ставьте лайки. Всем хорошего!